Между этими мостами были такие перекидные чугунные красивые мостики. Они были еще аж до 80-х годов 20 века, а потом их как куда-то убрали. Значит, дальше, смотрите, что происходило. Сверху сейчас у нас решетка, вы знаете, да? Чугунная такая, высокая. А раньше были такого где-то 50-сантиметровые каменные такие приступочки. И ходить по мосту на самом деле было реально немножко страшновато. Ну такая вот высота, высокая точка, это 13 метров. Так вот, эти 50 сантиметров давали дополнительные шансы тем людям, которые пытались свести свои счеты с жизнью. И выбрали туда. И я не случайно об этом сказал, потому что этот мост в народе шикарно, это просто обалдеж. Народ этот назывался мост самоубийц. Отсюда попрыгало больше всего народу, чем с какого-либо другого моста там или здания. Но в большей степени народ действительно просто калечился, потому что земля здесь была утоптанная очень, но глиняная. Его довольно поздно замостили. Поэтому кто убивался, тому повезло. В основном люди сильно калечились. И вот для того, чтобы люди отсюда не прыгали, знаете, что там на мосту сделали? Придумали, поставили полицейский чин со специальной такой шаблей, и он зорко следил, чтобы никто не прыгал с моста. И доходило, естественно, до казусов. Ну, представьте, идет какой-нибудь там турист, респектабельный гражданин, остановился сверху, чтобы полюбоваться портом, оттуда как-то красивый вид открывался. А тут этот бежит, сабли машет, свистит в дудку, этот все, пропал. Ну, белый стоит, он подбегает, пожалуйста, не прыгайте. А с чего вы взяли, что я собираюсь прыгать? Нет, вы хотели прыгать, я знаю. Ну, и, естественно, последовали за этим всем многочисленные доносы. Полицейскую управу, полицейский чин упразднили, а там поставили эту самую решетку в конце 19 века. Еще Юрий Олеша даже написал такие четверостишья, во сколько их стремглав на камне падало, завершая здесь последний спор. И по указанию губернатора на мосту возвысили забор. Мост полностью реконструировали, а забор так и оставили, вот тот самый классический. И если вы по нему погуляете, мы сейчас не будем, к сожалению, подниматься наверх, но пройдитесь как-нибудь поверху, особенно вот с этой, с правой стороны, вот туда вот дальше, вот где-то напротив этого дома, чуть дальше, приглядитесь на решетки. Вы увидите, что все решетки в таких ляпках, дырки на них такие. Когда-то на этом мосту в тревожные дни, вот это был 17, 18, 19 год становления властей в городе, тут стояли баррикады. И натурально шел бой. И вот это вот все пулями испещрено. И вот у них есть такие места, прям все в этих ляпках. Так что погуляйте, посмотрите. И идемте еще.